Друзья, всем привет, с вами Димон, вы на канале Все Китай. Итак, друзья, сегодня 8 число и на сайте Banggood случилось... огромная, большая распродажа, потому что 10 лет, магазинчику 10 лет. Куча купонов, распродаж, акций, но есть товары интересные, есть товары, понятное дело, ну, каждый знает, что такая распродажа у китайца, да? Цены поднимают, потом ценник опускают, но это все ясно, это стандартная практика во всех магазинах, также и на Алиэкспресс такая же фигня. Но есть товары очень интересные, у которых реально ценник ниже, чем вообще, ну, во всех остальных, там, Гербестах, Алиэкспрессах, ну, вообще во всех интернет-магазинах Китая. Итак, я сделал подборочку топ-10 интересных товаров и сейчас вам покажу. Ну что, поехали? Открывает наш топ-10 интересная экшн-камера Yeken H9. Друзья, она стоит в пределах 48 долларов вообще на Алиэкспрессе, на остальных магазинчиках. Но на Banggood ее можно купить за 36 долларов, друзья, 36 долларов. Камера снимает 4К, ну вы сами понимаете, какое это 4К, это полная замедленная вот такая вот штука, но Full HD снимает нормально. Раньше на Banggood она стоила где-то 45 долларов, но сейчас за 46, я думаю, ценник офигенный. Полная комплектация и бокс, переходнички, все в комплекте, друзья, так что ссылочка будет в описании. Второе место. Также экшн-камера, вообще непонятная, неизвестный производитель, но 36 баксов. Снова у нас 4К, друзья, 30 кадров в секунду, ну нифига. Если там будет 15 кадров, это также будет круто, но... полный набор, вообще все в комплекте, чехольчик там, переходничок, в общем, бокс, все есть. 36 баксов, пишет Full HD, друзья, да, 60 кадров в секунду и 36 баксов. Интересное приобретение, ссылка будет в описании. Третье место, квадрокоптер из Китая от фирмы XK, очень офигенный квадрик. Он большой, 250 размер у нас, бесколлекторные моторчики, друзья. Камера FPV, то есть у нас монитор, никакой там FPV по Wi-Fi, нет, классный FPV, 5,8 ГГц, то есть все супер. Входит квадрокоптер с бесколлекторными моторами и пульт с офигенным дисплеем. 140 баксов, это просто офигеть, друзья, честно. Я смотрел, он стоил где-то 180-190 в остальных магазинах и на Алиэкспрессе, но 140 баксов, друзья, это то, что надо. Ссылка будет в описании. Четвертое место, наверное, самый популярный товар, который сейчас вообще есть, это Powerbank от компании Blitzwolf, но необычный, на 10 тысяч мАч, но и с быстрой зарядкой от Qualcomm Quick Charge 3.0, это очень круто и ценник, друзья. Если он стоил где-то в районе 25 долларов, то сейчас можно купить за 18 баксов. Это самая низкая цена, ссылка будет в описании. Пятое место. Это наушники от компании Xiaomi, но не какие-то там известные, дорогие, а нет, самые дешманские. 4,5 доллара. Xiaomi Piston Basic Edition, то есть полностью пластиковый, но Xiaomi оригинальный. Нормальные наушники, 4,5 бакса. Ссылка будет в описании, это, наверное, самая низкая цена, которую я вообще видел в Китае. Шестое место, также продукция от нашей любимой компании Xiaomi, это новая маленькая колоночка, мини, вот такая вот таблеточка. 10 долларов, друзья, мне такая едет, ну я покупал за 13 баксов, а здесь 10. Я думаю, хорошее приобретение, ссылка также будет в описании. Ну и Xiaomi решила вообще этот топ мой полностью забить, потому что еще один товар от компании Xiaomi, это новый Wi-Fi роутер, это третье уже поколение, 28 долларов. Ну, без слов, ценник хороший, реально. Везде посмотрел, где-то 30, где-то 33, но 28 долларов. Да, пускай разница небольшая, но все-таки это скидка и это небольшая цена. Ссылка будет в описании. Ну и предпоследнее место у нас занимает смартфончик. Да, в нашем доме появился смартфон от немалоизвестной компании ZTE Nubia Z7 Max за 113 баксов. Ценник просто космический, реально маленький, потому что, друзья... офигенные характеристики. Snapdragon 801, это реально круто. 3 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной батареи на 3000. Камера на 13 основная и на 5 мегапикселей фронтальная. Ну то есть ZTE это бренд классный и дорогой. Я знаю, данный смартфончик стоил 300 баксов. 300 баксов, но купить его за 300, это просто было очень дорого. Но сейчас за 113 баксов это реально вкусняшка. Реальная вкусняшка, друзья. Ссылка будет в описании, также прошивка офигенная стоит, все там супер. Ну, как написано на сайте Banggood, друзья, но все же, 113 баксов, ценник офигенный. И последнее место в нашем топе, да, офигенных товаров с нормальной скидкой на сайте Banggood, ну, распродажа 10 лет, занимает Xiaomi Mi Band 2. Да, друзья, второе поколение очень популярного фитнес-браслета занимает у нас 10 место, потому что, ну, скажем, ценник
Да, меньше, чем у других, но все же не так уж вкусно. $29.50. Это самая вкусная цена сейчас на рынке. Ссылка будет в описании. Все прекрасно знают, что это офигенный фитнес-браслет. Если вам понравилось данное видео, можете поставить лайк, подписаться на канал «Все Китай». Все ссылки на товары будут в описании под видео, а также в нашей группе «Все Китай». Ну что, друзья, с вами был Димон, канал «Все Китай». Всем удачи, всем пока, позитива!